Туркмены, живущие в Таджикистане, расстроены из-за того, что дороги закрыты, и они не могут поехать в Туркменистан, чтобы навестить своих близких. Два брата и сестра Абдул-Азиза Анна-Кулова, детского хирурга центральной больницы района Дусти Таджикистана, переехали жить в Туркменистан во время гражданской войны 90-х годов. До акай як хохарм туркмастанда, ай ойлай мо. Хайн зиндаги яка. Ам хело хаму ват ам хело шуд бисьорон рафтан. بسیاران گشته آمدن بعد همینجا ده با کار فعالیت کردیست داده است. چی آمدن حاضر رها محکم های با سبب معلوم آخر کرونا ویروس کووید 19 خطی تک راه خوی بود رفت آمد آسان بود رفتم می آمدیم. Бахор Хазиева – туркменка, учительница, работающая в таджикской школе. Она видит Туркменистан по государственному телевидению, в программах которых, несмотря на проблемы и нарушения прав человека, показываются регулярно похвальные репортажи. Хештавор бсёр дурим Туркменистанда. Вахту наводиякумда кучидарафт. Да бсёр хештавором. Унжуда зиндага мекна. Телефон да интернет да мебинем. Тарборе коронавирус габнамезана уно. Яку гапи чинамега коронавирус куфта. Кыйдлара келнлере шлориале туркмен кийимлерне таярлап берген. Өзлернің ислегіне көре, не бу келнлерің көйнеклері булар. Демирджан, пошив туркменского национального платья, это способ заработать на жизнь. Она сохранила свои национальные традиции и ремесла и помогает в этом своей диаспоре. Коронавирус, карантин, дәуірінде де біз үйде тағылым, қиыларым білен жылориялы көйліклер тіп. Кеште таярлап, сол өз қиыларма кеште тікме көретіп, үйде отырдық, үйде мана көйнек таярладық. Мерджан уроженка Туркменистана, замужем за туркменом из Таджикистана, поддерживает связь с родственниками. Мен геплешемде сороян йок диялар. Ояңата Туркменистанда ол кетел йок дия. Большие общины туркмен на юге Таджикистана занимаются земледелием и садоводством. Хайткулы, житель села Кахрамон района Дусти, имеет гранатовый сад. Имсал хосел, худай шкур, насчит. Арсар гектар, панчта шашта тентришит. Анурорамо, дахера мекенем, камтар дертар мефуршем. Туркмены говорят, что в разгар вспышки коронавируса они также работали на полях, чтобы получить урожай. Несколько человек заболели, один умер. Они соблюдают все необходимые меры предосторожности. Давай, коронавирус мы я гончо беру на бромадем. Фахат, ам ходжей дехон дамина омадем, коркардем, хона мерадем, миомадем, тамон. Туркменская община в районе Дусти, которая, как говорят, поселилась здесь около 300 лет назад, сохранила свой язык и культуру. Местные власти заявляют, что туркменская община насчитывает более 10 тысяч человек, а их представители работают во всех сферах общественной жизни.